Безопасность 0+ в администрации Сургута презентовали межрегиональную акцию, нацеленную на безопасность маленьких детей в их квартирах. Она реализуется в рамках проекта победителя конкурса фонда президентских грантов «Отцовский митап». Волонтеры заходят в квартиры семей, где есть дети до года, и помогают родителям установить все, что нужно для того, чтобы ребенок не порезался, не ударился и не выпал из окна. Учат оказывать первую помощь. Самые основные опасности – это такая топ-четверка или пятерка – это ожоги, это утопление, инородные тела дыхать. Ну, утопление в основном они касаемы не только бытовых ванной комнаты, да, но это по Всемирной организации здравоохранения. Это те несчастные случаи, которые входят в топ-14 смертей детей по всему миру. И падение с высоты, не только из окон, но еще и травмы черепно-мозговые, это падение со столика пеленального, с кроватки, с коляски. В Сургуте в этом году на пожарах получили травмы 2 ребенка. 3 возгорания случились из-за детских шалостей. Оставшись без присмотра, юные сургутяне играли с зажигалками. В 2018-м также обнаружился кулибин среди подростков. Он сам сконструировал зарядное устройство для телефона, подключил его к гаджету и ушел в магазин. Вернулся уже в горящую квартиру. Также дети постоянно пытаются стащить кастрюли с горячей плиты. Огромный резонанс вызывают случаи падения из окон. Десант, состоящий из совета отцов, представителей МЧС и уполномоченных по правам детей, ходят по домам молодых родителей во всех городах УРФО с целью профилактики. Адреса согласовывают с местной администрацией. Волонтеры вместе с мамами и папами, помимо прочего, убирают из зоны досягаемости малышей лекарства и бытовую химию. Сегодня нас встретили огромные глаза двух родителей, потому что они почему-то предполагали, что это будет 2-3 человека, а у нас пришло порядка 10. Вот, поэтому им было, конечно, сложно, но они благодарили нас за то, что это произошло именно у них в квартире. Сургутяне откликнулись, и, в принципе, поиски не заняли очень много времени. И у ребят вот впереди еще 2 семьи с беженцами, вот, которые будут также проинспектированы.